Накануне секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» Леонид Музалевский вместе с волонтерами отправился в деревню Новоселово. С просьбой о помощи к ним обратился местный житель Борис Мельниченко. Пенсионеру передали продукты питания и лекарства, а также помогли убрать скопившийся снег на его территории. Отрадно сказать, что сегодня сотни наших ребят, да и взрослое население, приходит в добровольный волонтерский центр, дежурит в поликлиниках, выезжают по вызовам к нашим, особенно ветеранам, инвалидам, кто сегодня крайне нуждается в нашей помощи, и мы оказывали ее и будем в дальнейшем оказывать, пока это необходимо. С начала года волонтерский центр «Единой России» совершил уже более 150 выездов в составе мобильных групп, а на горячую линию поступило свыше 300 звонков. Всем оказана консультативная помощь.